Москва, 94,8. На правах рекламы. 13:36 в Москве. От приставов переходим к здоровью и здоровому образу жизни. Андрей Петрович у нас в гостях. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Внесем нотку позитива, радости и открытий каких-то новых, да, в нашей программе. Потому что напомню всем, что здесь мы рассказываем о живой, мертвой и серебряной воде, которую вы готовите в приборе-ионизаторе воды Aqualife. Этот прибор мы изготавливаем, этот прибор, ему 3 года, а вообще мы занимаемся производством, то есть мы завод-производитель, который производит ионизаторы воды уже 21 год. То есть опыт у нас колоссальный и предлагает не только, скажем, системы домашние, о которых мы здесь говорим, но и системы профессиональные, то есть для очистки источных вод, для очистки вод каких-то бассейнов, да, и также для предприятий, для ионизации воды, для полива растений, для поения телят, для поения кур и так далее и тому подобное. Но сегодня наш разговор с вами пойдет, как всегда, о ионизаторах воды Aqualife, которые каждый из вас может приобрести по доступной цене, поставить у себя дома, он не требует каких-то специальных там знаний, ни какой-то специальной встраиваемости. Поставили его на стол, выглядит как электрочайник на 3 литра, залили туда водички из-под крана, она подходит, и, нажав 3 кнопочки, получили щелочную воду, или как она называлась ранее, когда продавалась в аптеках, называлась она каталит, а также воду кислотную, или как она называлась, анолит, и воду серебряную, то есть можно и живую посеребрить, и другую, вашу любую посеребрить, и мертвую посеребрить. Что это нам дает? Это нам дает здоровье, здоровье, еще раз здоровье, потому что щелочная живая вода является антиоксидантом, то есть помогает нашему организму бороться со свободными радикалами, то есть уничтожать эти клетки-вампиры, и, значит, дает нам жизнь, энергию, восстанавливает нашу иммунную систему. На протяжении уже, больше полугода мы с вами, да, каждый день в эфире без перерывов, мы принимали ваши Какие звонки. Успехи у вас? Успехи у нас хорошие. Кстати, мы практически уже распродались, и Иван-чай у нас подходит к концу. Сегодня у нас последний день акции, когда вы можете приобрести ионизатор воды Aqualife всего за 21 тысячу рублей. Так он стоит и будет стоить 29 999 рублей. Также сегодня последний день, когда вы можете выбрать, кстати, сегодня у нас выбор, да, или килограмм, то есть годовой запас целебного русского напитка Иван-чай, это и витамин С натуральный, да, природный, то есть не химический, как в аптеке там, а натуральный природный витамин С. Это все микро- и макроэлементы, это кладезь витаминов и кладезь здоровья, который вы можете заваривать прямо в холодной щелочной воде или, как вы привыкли делать, в горячей, и пить. Это натуральный, природный можно даже назвать, что это эликсир здоровья. Если он будет вместе со щелочной водой, это двойной удар и по простатиту, и по всем заболеваниям. Напомню, что прибор-ионизатор воды Aqualife не является прибором медицинской тематики. Сам по себе никакого оздоравливающего и лечебного эффекта не оказывает. Он всего лишь ионизатор воды, который готовит воду живую или по-научному щелочную, воду кислотную и воду серебряную. А уже эта вода является сильным оздоравливающим средством. Наши реквизиты — это ООО «Полимпэк», 105-484, город Москва, улица 16-я, Парковая, дом 21, корпус 1, наш ГРН 112-774-66-468-5-1. И перейдем к сути. Значит, в процессе электролиза при воздействии на воду постоянным электрическим током вода меняет свои основные свойства. Первое — это pH, то есть он становится или щелочным, потому и называется щелочная вода. Угу. Это от 7 до 11,4 вы можете получить в приборе. И именно кислотная вода — это от 6 до 3. Чем они отличаются? Ну, первое — это pH, но все-таки оздоравливающие свойства дает не этот pH, да, а дает ОВП или редокс потенциал, то есть заряд воды. Вода может быть как окислителем, так и восстановителем. Что это значит? Ну, восстановитель, понятно, то есть вы пьете щелочную воду, пьете ее как обычную воду, которую вы должны пить минимально 30 мг на килограмм веса, и очищаете свой организм изнутри на клеточном уровне. То есть наш организм, если говорить просто и понятно, и есть ионизатор воды. Вся вода, которая к нам попадает через наше ротовое отверстие, она ионизируется. Организм тратит на это колоссальное число энергии, микро- и макроэлементы. А здесь он эту воду получает сразу, потому у нашего организма остаются силы, энергия для того, чтобы разгребать те завалы. Что мы ждем от этой живой воды? В первую очередь мы ждем улучшения общего состояния, то есть усиления работы всей иммунной системы, ее восстановления. Это значит, мы не будем болеть. Это значит, мы будем здоровы,
весь год и не будем тратиться на какие-то лекарства от простуды и от каких-то других напастей. Мы ждем нормализации кровяного давления. Мы ждем снижения сахара в крови. Мы ждем очистки всего организма на клеточном уровне. Потому что, как сказал один из создателей нашего прибора, доктор Пятрас Шибульскис, он сказал так. Названий у болезни очень много. Причина практически всех болезней одна. Это общее закисление или, по-другому, загрязнение нашего организма. Там, где скапливаются кислотные остатки, то есть грязь, которая не удаляется, да, нарушается кровообращение, нарушается питание клеток кислородом, и, соответственно, возникает заболевание. Также нужно учесть, что рак, то есть раковые клетки, как правило, развиваются в кислотной среде. Поэтому щелочная вода, обладая антиоксидантными действиями, она помогает нашему организму, во-первых, здоровым людям как можно дольше продлить свое здоровье, спортсменам как можно быстрее восстанавливаться, потому что люди, которые тренируются в тренажерных залах, это как раз-таки закисление организма, тоже тренировка, то есть закисление. Поэтому помогает быстрее справляться с так называемой молочной кислотой, да, то есть ее выводить, и увеличивает свои результаты. Людям, у которых уже есть заболевания, помогает от этих заболеваний избавиться. Это и отложение солей, и проблемы с кишечником, то есть и запоры, и т.д., и т.п. Живая вода не разбирает, вот знаете, там один, другой, третий орган. Она оздоравливает весь организм целиком на клеточном уровне. Мертвая водичка, почему называется мертвая? Потому что в ней не живет ни одна бактерия. То есть все бактерии, которые попадают в эту воду, они умирают. Поэтому эта водичка больше используется наружно. Например, первое, ранки, да, какие-то ожоги, ссадины, язвочки. Вот эта вода с этим справляется. Тоже бритье. Мужчины, уважаемые, если вы пользуетесь дорогими кремами, вы про это забудете и, разумеется, сэкономите на том, что мертвая водичка поможет вам побороть все проблемы аллергии. Дальше. Заболело горло, насморк, прополоскали мертвой водой, забыли. Запах ног тоже прополоскали, помыли, забыли. Также можно делать педикюр из мертвой водички. Нагрели, такие мешочки одели на ноги, там у нас в книжке все написано как. И все. То есть и педикюрчик сделан. И нет больше ног. Нет, ноги есть, но только красивые. Следующее, что это именно, ну, такая проблема — геморрой, да, вот посредством мертвой и живой воды от него можно избавиться очень быстро. Это факт, то есть это тоже факт. Также наша компания, единственная компания в России на сегодняшний день, во-первых, мы продаемся в 33 странах мира и продаемся по особой, скажем так, дружественной к нашему покупателю, к нашему другу, который становится нашим другом, когда приобретает прибор, технологии. Мы даем возможность людям взять, попробовать и решить, работает ли это или не работает. То есть человек оставляет залоговую сумму, сегодня это всего 21 тысяча рублей, и в данном случае он в течение месяца пьет эту воду и смотрит, как меняется его самочувствие, как меняется его состояние организма, наступают ли улучшения. В 97% случаев улучшения наступают, но в 3% случаев почему-то идут возвраты. Да? Поэтому человек возвращает прибор, получает свои денежки назад, и мы остаемся друзьями. То есть в любом случае недовольных людей быть не может. А серебро, вот у нас электрод сделан из серебра 99,99 пробы, это является природным биотиком, то есть оно убивает вирусы и бактерии, да, и именно в данном случае используется уже давно повсеместно в медицине. Например, помогает избавиться людям от курения, также усиливает работу иммунной системы, плюс убивает вырождающиеся клетки. Все это написано в книжке, которая идет всегда в подарок каждому комплекту, который у нас приобретают. Магазин наш находится на Большая Семеновская, 49А, работает с 11 до 19 часов по будням и с 12 до 15 по субботам, воскресенье выходной. Поэтому приглашаем, приходите, книжечку мы каждому из вас подарим, а также нальем воды на пробу. Сегодня последний день акции и последний день, когда мы дарим подарки за отзывы. Поэтому, если можно, Анечка, давайте нашим уважаемым радиослушателям, покупателям дадим возможность высказаться. 7373948, телефон прямого эфира. Ваши отзывы, ваши впечатления, возможно, критика. Мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Да, здравствуйте. А повторный отзыв можно? Да, конечно. Пожалуйста. Я уже один раз выступал у вас на радио. Давайте. Похвалил ваш прибор. А теперь передумали, да? Нет, а теперь я хочу добавить еще. Давайте. Ваш руководитель, он очень хорошо рассказывал про похмелье. У меня в субботу был у внука день рождения. И я думаю, вот я и проверю, правда ли это или нет. И мне было достаточно нехорошо. К вечеру, ночью, я встал, как он сказал, выпил стакан мертвой воды, пошел, лег и думаю, не помогает. А потом через 15-20 минут чувство мне полегчало. Через полчасика выпил живой воды, и утром я был как огурчик. Плюс моя жена, которая в это не верила, умывается этой водой живой, чей насморк и простуду лечим только мертвые.
Что посоветуете другим радиослушателям? Поверить в то, что это правда, потому что вот мы уже на себе испытали, даже скептик моя супруга, она с удовольствием сейчас вот пользуется для того, чтобы... Насморк мы уже не лечим каплями из аптеки, мы лечим только мертвой водой. Так не знаю, правильно это, неправильно. Правильно, и все. И супруге также скажите, что вот можно мертвой водичкой, да, протирать лицо с утра, лучше мертвой, потому что у нас pH кожи кислотный, а это кислотная вода. И тогда она будет выглядеть на 10 лет моложе. Спасибо вам большое. 7373948. Вас слушаем. Здравствуйте. Выключите радиоприемничек. Слушаем. Здрасте. Да, я выключил. Давайте. Тоже купил чуть больше месяца назад. Ага. Мне вот 45 лет. Пока, честно говоря, ничего не почувствовал. Ну как? Единственное, что вода пьется нормально, но у меня проблем больше у нас не было, давление. Да. Там, вот, но даже при всем при этом, вот я пью воду в течение дня, ну, потому что работаю все время за рулем, так, даже уже окупается за счет того, что я пью нормальную воду, знаю, какую я воду пью, даже это, где она разлита, там вот, которая покупная, неизвестно. Вот. А у супруги положительный, да, результат. У нее исчезло, значит, у нее были проблемы. Даже спина вот болела, она так и врачи не смогли установить. Вот, она вот начала пить, тоже скептически была настроена, и спина вдруг перестала болеть. Волшебство. Да. Не волшебство. Но, есть одно но. Я в упаковке не обнаружил почему-то серебряного электрода. Вопрос в том, что, может быть, вы покупали тогда, когда у нас была акция, и в стандартной комплектации у нас серебряный электрод не шел. Но давайте сделаем так. Вы можете выбрать или комплект мембран, или в подарок серебряный электрод. Сделаем даже так. Что выбираете? Ну, лучше, наверное, электрод. Потому что давайте, мне к тому же он дороже стоит. Теперь у вас он и есть, серебряный электрод. Спасибо. Поэтому спасибо большое за отзыв. Ну, скажу, что здесь удивительного ничего нет. Просто там, где скапливаются кислотные остатки, там и возникают наши боли. Это факт научно доказанный. Кстати, вот одна маленькая ремарочка. Да. Все мы знаем, что в Японии эта вода живая, мертвая и серебряная используется официальной медициной во всех лечебных и государственных учреждениях. Так вот, Фукусима. Все мы помним эту ситуацию. Мы сейчас нашли очень много статей. Сейчас выпустим отдельно книгу с этими статьями, в которых говорится, что все работники, кто ликвидирует последствия Фукусимы, пьют ионизированную щелочную воду. Вот так. Но они пьют это результативно? Результативно, конечно, раз они живы. 7373948. Алло, добрый день. Алло, это вот отзыв воды. Можно оставить? Пожалуйста. Да, мы слушаем вас. Я говорю, да? Да? Да, говорите, вы в эфире. А, спасибо. Значит, мы приобрели прибор буквально месяц назад. И никто не верил, а я приобрел. Угу. И в результате сейчас все уже пользуются этим прибором. И эффект есть. Ну, а результат какой? Конкретика, если есть какая-то? Конкретика, ну вот русская там моя, у нее прошли некоторые болезни, ну, по женской части. Так. Ну, в общем, довольны мы все, довольны. Посоветуете своим друзьям нас? Или все-таки есть каких-то в наших словах какой-то обман? Или там... Да, да, спасибо, мы советуем уже. Ну, проблема, конечно, в деньгах, но, в общем-то, очень хорошо работает. Ну, я скажу так, то есть в этой жизни, вот, к сожалению или к радости, за все или нужно платить, или расплачиваться. Если вы считаете, что 21 тысяча это дорого, то все-таки давайте разделим. Слушайте, гарантия... у некоторых зарплаты 13, я вас понимаю, Вот давайте говорить о том, смотрите, 5 лет гарантия на электроды, да, электроды изготовлены из металлов платиновой группы. То есть 5 лет гарантия. Делим 21 тысячу на 5 лет, потом на 12 месяцев, потом на 30 дней. Мы же пьем воду каждый день, и получается, что стоимость чистой, полезной, живой, мертвой и серебряной воды получается чуть больше 10 рублей в день. Вот стоит ли наше здоровье 10 рублей в день? Давайте узнаем. Ну давайте. 7373948. Алло, добрый день. Здравствуйте. Радио выключите только, пожалуйста. Алло. Да, здрасте. Слушаем вас. Одну секунду выключаю. Добрый день. Да. Я приобрела тоже прибор 22 октября. Да. Я почувствовала результат где-то на третьей неделе. У меня ушли суставные боли в предплечье. И если я раньше не могла без боли с выключателем поработать... Слышно приборчик у вас, кстати, уже приготовил водичку, я слышу звук. Да-да-да, да-да-да. Вот. Поэтому я очень довольна. Вот. И советую людям попробовать. Хотя бы попробовать. Конечно, все очень индивидуально. И надо прислушиваться к своему организму, что было до и что теперь. Ну, я довольна. Спасибо за ваш отзыв. Большое. Мембранчики мы вам тоже дарим. Еще?
Конечно, если давайте, если есть. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да. Слушаем вас. Да, добрый день. Я могу сказать, что мы тоже были скептиками. Полтора месяца назад мы приобрели этот прибор. Да. Ну, на сегодняшний день касаемо только меня непосредственно, могу сказать, что если я раньше вставал где-то в 3-5 часов ночи там обязательно в туалет, то на сегодняшний день я спокойно сплю 6-7 часов. Меня это не беспокоит. Я знаю, что это простата была. Вот. Так что я остаюсь только сейчас сдавать и анализы, проверить себя дополнительно и сказать вам огромное спасибо за это. Вам огромное спасибо за ваш отзыв правдивый. Я еще хотел по простате сказать. Я забыл сказать, да, что это в первую очередь также в простате скапливаются кислотные остатки. Потому клинически подтвержденные есть исследования вот именно борьбы с простатитом. Плюс, если есть, ну, проблемы женщины, уважаемые, а также мужчины, если есть проблемы с этим делом, да, когда там, ну, не совсем все работает хорошо на полшестого, то эти проблемы вы тоже забудете. Это тоже факт. Ваша жена скажет вам спасибо. Ой, Андрей, вот, вот иногда вы такой дельный-дельный, а потом раз, что-то про полшестого почему? Скажете, и не дельный. Это в данном случае, я считаю, самое дельное, алло, что есть для мужчины. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Добрый день. В свое время был очень полезный, полезен яблочный уксус. Все его пили и говорили, как им помогло. Ну, на самом деле... сейчас наоборот, надо пить щелочь. Да. Какие-то подтверждения научные есть? Смотрите, значит, очень хороший вопрос. Все научные подтверждения, конечно же, мы собрали на сайте aqualife.club. Второе научное подтверждение, которое вам есть, я не знаю, будет ли это нормально или нет, мы собираемся организовать семинар сейчас. Вы можете на него записаться. Семинар бесплатный, будет проходить у нас каждый месяц, раз в месяц. Будет его вести академик, да, вот именно тот, кто и придумал электрохимическую активацию воды, Витальд Михайлович Бахир, то есть его институт Витальда Бахира, тот, кто вот нам помогает открыть здесь производство в России. Поэтому позвоните по телефону 8-495-248-0808, 8-495-248-0808, запишитесь на этот семинар. Когда мы соберем группу 120 человек, мы вам сообщим заранее, и вы зададите все эти вопросы из первого источника, у первого открывателя. Этот человек живет в России, в Москве. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Нет, что-то вы, не, вы не говорите, вы молчите, мы слушаем вас тогда. Алло, добрый день. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Да, слушаю. Здравствуйте, меня зовут Валентина Николаевна. Да. Да. Я ваш прибор приобрела в апреле месяце. Давно. Вот, еще в советское время в журнале изобретатель и рационализатор писался об этой воде, об этом приборе. Ну, может быть, он, конечно, был не такой. Единственное, что я хочу, я без, когда услышала, что продается такой прибор, я без всякого сомнения прям купила для себя и пользуюсь. Дело в том, что еще тогда, в советское время, я знала женщину, которая вылечила этой водой большую трофическую язву. Ну, я была молодая, сейчас мне 81 год, я инвалид второй группы, и у меня очень хорошие успехи. Я давление у меня нормализовалось, я совершенно почти не принимаю никаких таблеток. Хороший сон. В общем, замечательно. Я всем рекомендую его приобретать, потому что смотрите, какая экология, какие продукты мы едим. Если даже кто не верит, хотя бы ради профилактики пользоваться этим прибором. Ну, прибор замечательный. И спасибо тем, кто нам предоставил такую возможность купить его. Вам спасибо. Вам спасибо за большое отзыв. Я от себя скажу, что вы не только пьете эту воду внутрь каждый день, не только нормализуете работу всего желудочно-кишечного тракта, избавляетесь от запоров, от проблем с внутренними органами, от своих болезней, также нормализуете свой стул и сон, но также вымачиваете овощи и фрукты и мясо в этой воде. Вот эта вся химия, на которую она растет, будет выходить из нее, нейтрализовываться, то есть все будет оставаться в этой водичке. И вы будете уже совершенно другие продукты употреблять. Это факт. Поэтому вот я хотел бы всем посоветовать взять прибор, попробовать, просто попробовать.
30 дней бесплатный тестовый период. Сегодня мы знаете, что делаем? Сегодня мы сделаем бесплатную доставку по Москве и Московской области. По Москве и Московской области бесплатная доставка, плюс в подарок пойдет или килограмм Иван-чая, или дополнительный комплект мембран, то есть 20 мембран, которые так отдельно стоят 2000 рублей. Поэтому там уже есть в комплекте запас на 3 года минимум, но вот это будет на всю срок жизни этого прибора. Он прослужит у вас минимум 5 лет. Последний, крайний звоночек. Примем. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, добрый день. Алло. Да, здрасте. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Я понимаю, что немножко не обратилась. А у меня вот 22 ноября день рождения. О, вы не началось. Сделаете? Нет, давайте последний звонок мы возьмем по отзывам. Алло, добрый день. Две минутки у вас буквально. Только кратко, пожалуйста. Здравствуйте. Да, здрасте. Андрей Михайлович. Да, Андрей Михайлович. Я хочу вам сказать, что, в общем, прибор у вас чудесный, конечно. Так. Я совершенно отказался теперь от таблеток всяких, от лекарств. Уже 4 месяца не принимаю их. И чувствую себя нормально. Но я хочу вас спросить вот такой вопрос у меня. Значит, это вы все время говорите, что вот мембрана, которая вставляется в маленький стаканчик, она может быть использована до 3 месяцев, да? Да, все правильно. Вот. Но у меня 5 месяц прекрасно она себя чувствует. Вот я хотел в связи с этим вас спросить, правильно ли она должна... Может быть, она уже не работает на 4 месяц. Ну, поймите, вы же слышали, вот, наверное, нашу программу не первый раз вы слушаете, так? Нет, не первый раз. Но вы слышали, что некоторые люди рассказывают, говорят, что она работает всего 3 дня. Поэтому я уже от себя взял вот минимальный срок использования от 3 недель до 3 месяцев. Но на самом деле, если делать все правильно, как делаете вы, мембрана может служить и гораздо дольше. И вы прямое, живое этому доказательство. Что посоветуете другим людям? Я считаю, что очень полезный прибор, во-первых, потому что я на себе это почувствовал. Моя семья стала, хотя критически относится к этой, к моей воде, то есть к нашей воде. Да. Но она стала употреблять. И вот, например, дочка, она прекрасно себя говорит, у меня желудок лучше стал работать, вообще шлаки стали, в общем, она стала себя тоже лучше чувствовать. Послушайте, поэтому я советую, надо обязательно... Вам, наверное, мембраны не нужны, раз у вас одна мембрана 5 месяцев работает. Может, вам лучше килограмм Иван-чая? Вот одна 5 месяцев уже работает. Может, вам килограмм Иван-чая в подарок лучше? Ой, спасибо вам большое. Держите, спасибо. Хорошо. Вам позвонят, сообщат. Ну, а у меня остается 1.5 минуты, чтобы закончить, резюмировать наш сегодняшний эфир. Огромное спасибо вам, люди, за вот действительно от чистого сердца, за эти отзывы. И я понимаю, что наша работа делается не зря. И вот те люди, кто сомневается, сейчас есть возможность это решить и уже в Новый год встретить здоровым, сильным и жизнерадостным человеком. Поверьте, мы вас не подведем. Поэтому звоните, заказывайте. Сегодня последний день скидок, когда вы можете приобрести прибор не за 29 999 рублей, а всего за 21 тысячу рублей с бесплатной доставкой по Москве и Московской области, а также получить в подарок или на выбор комплект мембран, или килограмм, то есть годовой запас целебного русского напитка Иван-чай. Попробуйте, и вы не пожалеете, потому что действительно большинство болезней мы едим и пьем. И детям это поможет, и здоровым людям поможет сохранить здоровье, и людям, которые уже больны какими-либо заболеваниями. Поэтому это не... медицина – это не лекарственное средство. Но в данном случае вы действительно будете экономить на лекарствах и на всех остальных средствах. А самое главное – не будете экономить на жизни. То есть для того, чтобы жить и радоваться каждому дню. Поэтому запишите номер, звоните. 8-495-248-0808. 8-495-248-0808. И если вы не знали никогда о живой воде, помните, как говорил Козьма Прутков, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что сии вещи не входят в круг наших понятий. Всем счастья, добра и любви. Ну и здоровья, конечно. Спасибо большое.